День добрый, с вами Смирнова Ирина. И сегодня мы познакомимся с инструментом стиля слоев нашего фоторедактора Pixlr Edit. Для того, чтобы было наглядно использование этих стилей, я буду делать следующее. Я вот на этот стол поставлю вазу с цветами. И мы с вами поработаем с этой вазой так, чтобы действительно эта ваза выглядела достаточно живой и интересной. Итак, первое, с чего мы должны начать, это, наверное, центрировать наш рисунок, который я только что загрузила. Посмотрите, в панели «Навигатор» появился мой рисунок, ограниченный вот такой рамкой. То есть я могу, используя инструмент «Рука», передвигать свой рисунок в разные стороны. Но мне необходимо, чтобы стол был немножечко крупнее. Вот так вот, наверное, да? И чтобы я могла на этот стол поставить вазу. Поэтому я вот немножко увеличила сам рисунок. Экран рабочий, который обозначен здесь красной рамкой, стал немножечко меньше на панели навигатор. И я просто выбираю ту область рисунка, с которой я буду работать. Наверное, вот эта вот область меня достаточно устраивает. Итак, для того, чтобы работать с вазой, той, которую я сейчас загружу, я создам еще один слой. Но слой я создам сразу же, используя загруженное изображение как слой. Вот такую вот вазу я подготовила. Она, как видите, тоже достаточно темная, как и сам рисунок. Сделала я это намеренно, для того, чтобы мы смогли с вами высветлить этот рисунок на нашем фоне. Итак, ваза, естественно, достаточно большая. Я, посмотрите, вот здесь на навигаторе я вижу, что она опущена далеко вниз. И чтобы мне ее поднять, я беру вот такой рисунок передвижения. Вот он, этот рисунок. Но все равно ваза очень большая, поэтому я редактирую рисунок, взяв свободную трансформацию. Беру за маркер. И уменьшаю вазу до такого размера, который мне нужен. Ну, вот, например, вот так вот. Вазу эту я поставлю немножечко вот сюда, в бок. Делаю я, опять же, это намеренно, для того, чтобы мы с вами могли создать еще один слой с геометрическими фигурами. И наглядно видеть стили слоев именно на геометрических фигурах. Итак, я подтверждаю свое действие. Переименовываю слой. Называю его ваза и создаю еще один слой для работы с геометрическими рисунками, для наглядности. Создаю его вот на этой панели или палитре слоев, нажав вот на этот листик белый, создаю новый слой. Вот он у меня получился, называю я его проба. Он у меня сейчас выделен, значит работать я буду на третьем слое, который есть у меня на рисунке. Для этого я беру вот этот инструмент геометрический с выделением прямоугольник и рисую прямоугольник вот здесь вот во внешней части, то есть рядом с вазой. И для наглядности опять же беру рисунок круг. Вот он у меня получился круг. Итак, для того, чтобы мы могли действительно видеть все те действия, которые происходят у нас при работе со стилями слоев, я должна немножко перекрасить этот квадрат и круг, потому что они на черном фоне будет плохо видно. Давайте возьмем вот такой вот пипеткой, вот такой вот цвет, наверное, вот такой вот синенький более возьмем, да. Возьмем заливку и зальем и прямоугольник, и круг. Итак, мы готовы к работе. Приступаем к работе с стилями слоев. Где мы можем найти стили слоев? Ну, во-первых, в панели или в палитре стили слоев, выход на стили слоев очень прост, вот просто нажав вот на эту иконку. Также стили слоев мы найдем в опции слои. Вот они, стили слоев. И выход у нас будет один и тот же. Поэтому я сейчас закрываю выпадающее окно и открываю другое окно, которое называется стили слоев, нажав вот на эту иконку. Перетаскиваю окно вот сюда. Работать мы будем с двумя вот этими слоями, поэтому для удобства они остаются у нас открытыми. И здесь приступаем к работе со стилями слоев. Всего таких стилей у нас 5. Сейчас мы с вами поработаем в слое проба. Я в
чекбоксике с первым стилем ставлю галочку. Сразу же обращайте внимание на то, что происходит с самим слоем. У нас в этом слое круг и квадрат, и посмотрите, у них появляется тень. Вот этот слой и заведует тем, что позволяет нам работать с тенью, которая отбрасывается наружу. Для того, чтобы настроить тень, то есть чтобы она не была фиксированной такой, какой здесь закреплено в слое, мы с вами должны точно так же, как мы выделяем вот здесь слои, мы также должны выделить и стиль. Вот как только я выделила стиль, посмотрите, появляются настройки. Что здесь за настройки? Здесь 4 шкалы и вот окно изменения цвета. Итак, первая шкала – это непрозрачность. Сейчас у нас непрозрачность равна 75 по шкале. Если я буду двигать сейчас к 100, то обратите внимание, что тень становится более плотной, непрозрачной. Перехожу на более низкие параметры. И посмотрите, у меня через мою тень виден, например, кружева вот этой скатерти. То есть я вот таким образом работаю с этими настройками. То есть я выбираю освещенность. Источник света у нас будет находиться вот здесь сверху. Тень отпадает в эту сторону. Я выбираю яркость этого источника. Если я сделаю более темную тень, более резкую, то тогда будет понятно, что источник света очень яркий. А сам предмет, прямоугольник и круг, очень плотный, то есть отбрасывающий очень темную тень. В данном случае я делаю вот такую вот тень, слегка прозрачную. Вот эта шкала помогает мне эту тень увеличивать в размерах. Следующая шкала помогает мне размывать края тени. Посмотрите, они становятся более размытыми и более естественными. И шкала угол помогает мне менять нахождение источника света. То есть я как бы вот обхожу с яркой лампой над этими двумя геометрическими фигурами. Если источник света будет находиться с моей стороны, то есть как бы вот за экраном монитора, то значит тень будет отбрасываться туда, в сторону стены. Вот таким образом мы с вами оставим. Здесь мы с вами можем поменять эту тень, любого цвета создать ее. Мы оставляем ее темной и кликаем «Да». То есть в данном случае мы эти настройки все оставили. Обратите внимание, что сразу вот здесь над слоем пробы появляется значок, который показывает, что здесь использовали стили слоев. Давайте перейдем к следующему стилю. Работать опять будем продолжать в слое проба. Итак, открываю стили. Посмотрите, у меня показано здесь, какой стиль использовался. Если я сниму галочку, то те настройки, которые мы сделали с вами с тенью, они уйдут. Перейдем к другому стилю. Это тоже тень, но только тень внутренняя. Я ставлю галочку. Посмотрите, эта тень внутренняя дает возможность создания объема этим геометрическим рисунком. Выделяю и получаю те же самые настройки с тенью. То есть здесь у меня непрозрачность, более размытая она и более плотная эта тень. Здесь дистанция тени. То есть вы посмотрите, видите, я могу эту тень переместить очень далеко. И обратите внимание, видите, у меня идет дистанция тени, уходит, обратите внимание, с квадрата на круг. То есть имейте это в виду, чтобы у вас не было никаких таких ошибок. А теперь посмотрите, если я буду размывать эту тень вот таким образом, то у меня появляется объем шара. То есть прямоугольник здесь не дает такой объем. Он будет давать объем в настройках другого стиля. А вот шар у нас дает вот такую настройку. Получается не просто круг, а получается шар. Мы можем изменить опять же источник света, то есть поменять настройки. Вот у нас источник света будет вот теперь с этой стороны, да. И вот здесь вот этот объем шара, он затеняется. И получается действительно не круг, а получается шар. Также мы можем у источника цвета поменять сам цвет. Ну, например, белый уже сразу или, например, зеленый. Если мы сейчас с вами выберем, то вот у нас, видите, сам шар у нас становится
уже таким зеленоватая тень становится. Итак, снимаю эти настройки, здесь все понятно, и теперь перехожу к настройкам так называемое выдавливание. Перехожу к настройкам этого выдавливания. Обратите внимание, что здесь у нас с вами, во-первых, несколько стилей, и мы сейчас по ним пройдемся. Во-вторых, у нас те же самые настройки. Это дистанция, то есть на какую дистанцию уходят данные настройки. Это у нас с вами размер размытия границы этих настроек. Вот посмотрите, видите, у нас получился как бы кнопка получилась круглая и кнопка получилась квадратная. Посмотрите. Здесь есть возможность смены угла. Вот они будут менять у нас цвет. У нас здесь два цвета с вами, да? И мы можем здесь менять настройки самого цвета. Вот в данном случае у нас, посмотрите, у нас есть здесь источник цвета. И мы видим, что здесь получился объем. Вот такая выпуклая квадратная кнопка. И вот эта вот круглая кнопка получилась. То есть она получилась не шаром, а получилась у нас с вами плоская, выпуклая, но плоская кнопка. Почему она такая получилась? Потому что у нас здесь подсвечивание идет с одной стороны и с другой стороны. В данном случае у нас цвет источника света белый. И здесь у нас идет темное отображение, та тень, которая появляется. Но мы можем с вами этот источник цвета поменять. Ну, давайте мы зайдем вот сюда, как обычно. Ну, давайте мы вот зайдем сюда и поменяем. В данном случае вот такой вот цвет первый у нас стал. А с этой стороны поменяем, ну, например, на зеленый цвет. Вот такой вот он. То есть вы таким образом можете буквально менять цвет самой кнопки, той кнопки, которую вы хотите создать. Значит, мы сейчас с вами посмотрели. Давайте я выйду на белый цвет. И на черный цвет, так как это у нас и было с вами. Итак, это первый стиль, это стиль inner называется. Второй стиль – это выход этой тени, этого стиля с обратной стороны. Вот посмотрите, видите, я нажала, выбрала стиль auto, и у меня получилось, что появилась тень, светлая тень со стороны источника и темная тень вот с этой стороны. Если я сейчас сделаю дистанцию больше, вот она, эта дистанция больше, видите, у меня как бы расползаются два квадрата с одной и с другой стороны. Я могу размер размытия этих квадратов увеличить, могу убрать угол вот таким образом, могу вот так поставить вертикально. То есть здесь это так, как вы считаете нужным, так вы и делаете. Теперь давайте выберем третий стиль. Это full. То есть наоборот, если у нас в стиле auto у нас уходила тень за пределы геометрического рисунка, но эта тень была под рисунком, то в стиле full у нас тень наша уходит на поверхность рисунка. То есть рисунок остается снизу под тенью. Самый используемый вариант это inner, конечно. То есть этот стиль, который используется для создания каких-либо кнопок, для создания определенного объема. Снимаю стиль выдавливания и выхожу на стиль, который называется размытие. Сейчас это будет внешнее размытие. Вот я устанавливаю галочку в этом стиле и выделяю его. Посмотрите, настройки абсолютно те же самые. Вот сейчас у нас непрозрачность равна 100. Давайте я начну в данном случае с размера. Вот видите, у меня идет размытие границы. Обращайте внимание, размытие границы под геометрическими рисунками. Если я выберу цвет, например, вот такой вот желтый солнечный, то посмотрите, это размытие становится вот таким вот ярким. Ну, естественно, для солнечного цвета надо выбирать, наверное, менее яркую такую, вот такого цвета, наверное. Вот такого, чтобы это было похоже действительно на солнышко, да? И я могу, уменьшив размер, то есть вот это свечение внешнее, я могу убрать. Вот твердость, как видите, я могу увеличить, и у меня
В этом случае я могу просто сделать на подложке как бы и квадрат, и круг. Непрозрачность. Снимая непрозрачность, я могу эту подложку, видите, сделать более прозрачной. То есть вот тогда свечение солнечное, если вот мы твердость еще с вами уберем, оно в данном случае будет более естественно. То есть такая вот подсветка будет. Итак, это у нас внешняя подсветка. Внешнее подсвечивание. Давайте перейдем к внутреннему подсвечиванию. Настройки те же самые. Увеличиваю размер подсвечивания. Посмотрите, видите, подсветка идет внутри. Выбираю цвет. Это тоже в данном случае вот может выглядеть как определенный объем с источником света вертикальным. Я беру цвет, выбираю, например, вот такое подсвечивание желтенькое. И видите, у меня идет изменение самого цвета. Снимая непрозрачность, я могу это растушевать до определенного состояния. То есть в данном случае, вот, например, круг, он становится практически шаром, у которого источник света идет вертикально. Итак, мы с вами разобрались, посмотрели все стили настроек. Теперь давайте я вот этот слой удалю. И теперь мы посмотрим, как мы сможем работать с вами с вазой с цветами. Поставлю ее в центр стола. Видите, тона очень такие плотные. Получается, что обои рядом со столом очень темные и цветы достаточно темные. Давайте мы с вами выберем такой вот стиль, как тень у вазы. Вот она, эта тень появилась. Я выделяю настройки, сразу же убираю эту тень за вазу, чтобы у нас ваза не висела в воздухе, а источник света выходил с экрана, с монитора. Посмотрите, тень достаточно получается такой яркой, то есть источник получается яркий, но освещенность комнаты слабая, поэтому я делаю непрозрачность больше, то есть уменьшаю источник света и немножко снимаю дистанцию, то есть поменьше делаю, чтобы это было более естественное состояние. Вот такое вот. Оставляю эти настройки и выхожу во второй стиль. Второй стиль – это внутреннее свечение. Только я его поставила, обратите внимание, вот я его сейчас убираю, обратите внимание вот на эти желтые шарообразные цветы. Я его уберу, видите, какие яркие цветы становятся. Значит, если я хочу показать, что в комнате достаточно темно, то я могу точно так же поиграть со светом и здесь. Вот видите, я немножко снижаю этот свет. Вот здесь непрозрачность увеличивается, видите, они становятся темные. Если я снижу эту непрозрачность, то вот они становятся более естественными. Дистанцию я могу увеличить, а могу практически оставить очень низкой. И размер размытия. Ну, в данном случае размер размытия я оставляю прежним и угол оставляю такой же. Соглашаюсь с тем, что я сделала. Перехожу на следующий стиль. Следующий стиль выдавливания, он здесь практически не работает. Видите, потому что здесь у нас получаются тогда цветы вроде бы как и объемные. То есть мы могли бы с этим стилем поработать. То есть изменить, например, выделение цветом, сделать. Ну, давайте вот сделаем вот такой вот похожий на тот цвет, который у нас у картин, у цветов. Но они становятся какие-то немножко грязные. То есть у нас сейчас нет времени работы сделать их выпуклыми. Хотя такая возможность, она есть. Просто надо здесь сделать более точные настройки. Но мы будем беречь ваше время. Поэтому вот она, видите, вот выдавливание пошло синее. Здесь должны быть более точные настройки. Я их сейчас их убираю. И вот давайте поговорим с внешними свечением. Вот сейчас я поставила внешнее свечение, то, которое здесь стандартное, стоит по умолчанию. Оно, видите, тоже такого же голубого цвета, основного цвета, который у нас здесь настроен. Я хочу сделать так, чтобы эти цветы немножко выделялись на этом темном фоне, то есть чтобы они не сливались. Поэтому что я делаю? Я в первую очередь выбираю вот такой вот, наверное, цвет, ну, достаточно такой, вроде бы как и солнечный,
но в то же время не очень яркие. Видите, получилось внешнее свечение, но это внешнее свечение, во-первых, непрозрачное. Давайте мы его снизим, это внешнее свечение, прозрачность его сделаем. Вот таким вот. Твердость. Но если мы его увеличим, то у нас будет тень светиться. А вот так вот у нас идет как бы свечение только очень аккуратненькое цветов. Подсветка идет. И здесь мы можем увеличить размер. И с этим тоже можно поиграть. Но вот посмотрите, если я увеличила размер, обратите внимание, что вот здесь вот тень, она как бы становится подсвеченной. То есть теперь эти цветы вроде как бы становятся освещенными определенным источником света. И достаточно, ну, такими объемными, более живыми, более натуральными. Вот обратите внимание вот на этот цветок, он темный. Как только мы его подсветили, его сразу стало здесь видно. Итак, оставляю, да, объединяю слои, выполняю сведение слоев. Вот такое. Слои объединились, у нас получился рисунок, нам осталось только его сохранить. Итак, сегодня мы познакомились со стилями слоев. Желаю вам удачно и творчески с ними поработать, для того, чтобы ваш рисунок был интересен вашему. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.